От жителей микрорайона Донской прозвучала просьба заменить дорожное полотно на улице Тимирязева в районе пересечения с Высокогорной. Помимо дороги, там требуется обустройство уличного освещения и тротуаров. Также нужно нанести разметку и установить дорожные знаки. Этот вопрос был взят на особый контроль и передан на исполнение в районную администрацию. Много обращений к главе Сочи по поводу размещения торговых павильонов и контейнерных площадок, а также изменения вида разрешенного использования земельных участков и подключения к городским электросетям частных домов. Алексей Копайгородский попросил ответственных лиц отнестись к каждой проблеме с особым вниманием и решить все вопросы по закону в максимально короткие сроки. На этой неделе в плане главы курорта Лазаревский район. В четверг сход граждан состоится в микрорайоне Солоники.